Ого! Фериха, давай быстрее. Почему ты до сих пор не одета? Возможно, я сегодня заеду в гостиницу, к парикмахеру надо. Конечно, приезжай. Все спрашивают тебя, говорят, что давно не заходила. Подожди. Джансу, что случилось, дочка? Я готова понести любое наказание. Если ты считаешь наказанием то, что нужно попросить прощения, то не проси. Санэм верно говорит. Просить прощения — это проявление воспитанности. Конечно, это не входит в наши правила. Санэм, мы вчера вечером уже обсуждали это. Госпожа Санэм всегда всем недовольна, папа. Позови госпожу Зихру, пусть придет сюда. Чтобы попросить у нее прощения, мы должны вызвать ее сюда? Ой, ну ладно. Пойдем к ней сами. Гюльфидан, я не могу сейчас. Ризы нет дома, его куда-то отправили жители. Как приедет, будет развозить их заказы. Мы сможем посмотреть кафе, только когда закончит дела Риза. Нет, нет, не на выходные. Мы назначим будний день, потому что в выходные там цены выше. Эй, сестра, ты специально задерживаешь нас? Давай быстрее, надоело уже ждать. Мог и не ждать меня. Ох, Всевышний. Идем, идем. Пятницу, он сказал в пятницу. Я не смогу его переубедить. Ты же знаешь его характер, он упрямый. Мама дома, Фериха? Гюльфидан, кто-то пришел. Я кладу трубку, потом поговорим, хорошо? Ну давай, до свидания, увидимся. Иди уже быстрее. Проходите в дом, прошу вас. Присаживайтесь, пожалуйста. Нет, мы ненадолго. Мы пришли попросить у тебя прощения, Зихра. Мне очень стыдно. Простите меня. Я была не права. От всей души прошу прощения у вас. Мы потеряли контроль над собой. В порыве злости не поняли, что обидели вас. Простите нас. Я даже и не знаю, что и сказать. Вы так просите. Я хотела поговорить с Ферихой. Но когда увидела ее, я не смогла ничего сказать. Она обижена на меня. Наверное, ненавидит меня, да? Ой, да нет, нет, дочка. С чего ты это взяла? Нет. Ладно, тогда мы пойдем. Давайте забудем то, что произошло между нами. Мы еще поговорим, Зихра. Хорошо, поговорим. Не плачь, Джансу, не надо, не плачь, милая. Не надо. Не плачь. Не плачь, не надо, дочка. Идем. Ну все, хватит. Удачного вам дня. До свидания. Тебе полегчало? Не знаю.
Я не смогла поговорить с Ферихой. Кажется, она все еще сердится на меня. Конечно. Ты очень сильно обидела ее, Джансо. Хорошо. Зихра обрадовалась, что мы зашли к ней, слава богу. Почему ты не сказала, что она может работать у нас? Всему свое время. Ну все, пойдем. Вы можете подписаться на наш канал, чтобы смотреть больше видео, включить уведомления, чтобы смотреть первыми.